Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Предлагаю вашему вниманию очень простой нежный салатик для ежедневного приготовления. Одну луковицу мелко нарезаем и отправляем на сковороду с растительным маслом. Нарезаем 300 грамм грибов. Когда лук подрумянится, добавляем грибы. Накрываем крышкой минут на 5, пока грибы пустят сок. Соль добавляем по вкусу. Тем временем нарезаем 500-600 грамм отварной свеклы и отправляем ее в глубокую емкость. Когда грибы поджарятся, добавляем 2 столовые ложки сметаны и через 1 минуту выключаем. Кладем грибы в салатник, все хорошо перемешиваем и салат готов. Салат очень простой, нежный и вкусный. Ставьте лайк этому видео, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. И до новых встреч!